Обед. Кто голоден? Всем хватит. Не спешите. Это тебе, кролик Энджел. Ладно, привереда. Твоя взяла. Морковь, салат и яблоки. Ням-ням-ням. Что? Ну? Что же ты будешь есть? Не уверена, что смогу это приготовить. Что ж, я не хочу, чтобы ты голодал. О, может, все-таки ты съешь этот кусочек. Ладно, я приготовлю это блюдо. Милая пони, милая пони. Милая пони, тебя так долго ждали. Милая пони, волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба – это чудо. Автор идеи Лорен Фауст. Продюсер Сара Уолл. Так, спаржа. Простите, вы встали передо мной. Настоять на своем. Я думаю, вы ошиблись. Я стояла первой и... Простите, не заметила. Знаю. Простите, сэр. Что? Вы встали передо мной. Шельдерей, но здесь продают спаржу. Я сказала, что вы встали передо мной. Зачем, милочка? Я и так стою впереди, так? Я заметила. Я думаю, что надо... Эй! Может, отойдете? Вы мне мешаете. Но... Что? Вам настолько нужна спаржа? Бросьте. О, что ж, это не к спеху. Фладершай, не позволяй так с собой обращаться. О, это не важно. Нет, это важно. Очень важно. У тебя есть проблема. Какая проблема? О, проходи, Пинки Пай, ты первая. Вот, это и есть проблема. Хватит быть слабохарактерной. Слабохарактерной? Простофили, дорогая. Больше не давай себя в обиду. Пообещай нам. Ладно, обещаю. О, отлично. Ничего, не страшно. Смотри и учись. Ну-ка, постой, красавчик. Кто? Я? Конечно, ты. Тебя никогда не называли красивым? Нет, никогда. О, это странно. Может, продемонстрируешь мне свои мышцы? Потрясающе! А может, такой сильный, красивый пони, как ты, отдать моей подруге этот пучок спаржи? Конечно! Видишь, это не так уж и сложно. Пожалуй. Отлично. Что еще у тебя в списке? Посмотрим. Еще помидоры. Прошу. Две монеты, а не одна. На прошлой неделе была одна. А теперь две. Что ж, не хочу с вами спорить. Вы что себе позволяете? Не лезьте не в свое дело, понятно вам? Две монеты за помидоры? Хватит одной. Я сказала две. Одна. Две. Одна. Две. Одна. Две. Две. Одна. Две. Одна. Две или ничего. Одна, и это последнее предложение. Так и быть. Одна. Вот, это бывает даже весело. Да, ты права. Ну, Флаттершай, не хочешь попробовать? Хорошо. Мне нужна эта вишенка.
Хорошо, что у вас осталась одна вишенка. Я делаю особое блюдо для моего кролика. Он разборчив в еде. По рецепту блюда нужно украсить вишенкой. Вот. Значит, вам очень нужна эта вишенка? О, да, очень, очень нужна. Тогда 10 монет. 10? Эй, красавчик! Ты всегда поступаешь правильно, потому что ты красивый, сильный. А красивые и сильные всегда добры к пони, верно? 10 монет. За одну вишенку? Это возмутительно. Я настаиваю на 11. 11? То есть 9. Постойте. Ладно, 12. Мое последнее предложение. Думаю, вы не в себе. 12, да или нет? Ладно, идет. Не вздумай. Одна вишенка не стоит 12 монет. Но я делала то же, что и ты. Это была неплохая попытка, но тебе следует отказаться от покупки и уйти. Но Энджел не должен голодать. Он не будет есть, если они сделают все как надо. Эта вишенка нужна мне во что бы то ни стало. Ну, тогда 20. 20? О, но у меня нет столько. Тогда и говорить не о чем. 2 монеты за эту вишенку. Идет. Что поделаешь? В другой раз не будь тряпкой. Та-да! Прошу, Энджел. Наверху нет вишенки, но все остальное в точности, как ты хотел. Энджел? Точно. Я действительно тряпка. Невероятный Айрон Уилл научит вас быть смелым и энергичным. Семинар проводится сегодня в центре лабиринта. Беру в свидетели Селестию, я больше никогда не буду рохлей! О! Простите... Меня зовут Айрон Уилл, и сегодня первый день вашей новой жизни. Я прошу вас потопать, если вам надоело быть рохлями. Потопайте, если вы устали быть мямлями. Потопайте, если не хотите платить за этот семинар. Это не шутка, друзья. Айрон Уилл настолько уверен, что вы на 100% будете довольны его техникой решительности, что если вы не будете довольны на все 100%, вы ничего не заплатите. Но я жалею тех, кто сомневается в методике Айрона Уилла. Ты ведь не сомневаешься? Нет, не сомневаюсь. И это, друзья, ваш первый урок. Не робить, в глаза смотреть. Теперь, чтобы доказать, что методика Айрон Уилла доступна всем, мне понадобится доброволец. Вы в последнем ряду. Кто? Я? Да, вы. Вы должны подняться на сцену. Что ж... Сейчас же! Хорошо. О, не дает вам пройти! Ну и как вы поступите, а? Вежливо обойду его. Нет. Обойду его на цепочках. Нет. Вернусь домой и приду завтра. Нет! Когда вам не дают пройти, не вздумайте свернуть с пути! О, простите. Не извиняйтесь, будьте тверже. Вы не отступаете, только нападаете.
Надо смотреть, куда идешь. Теперь вы. В следующий раз отходите в сторону, чтобы я с вами не столкнулась. И тогда я не буду извиняться, когда это сделаю. Видите, друзья мои, если мой метод помог этой робкой маленькой пони, значит, он поможет и всем вам! Так, отлично. Я готова к новым наступлениям, как говорит Iron Will. Извините, но мне кажется, что вы заливаете водой мои петунии. Опять. Положитесь на профессионала. Я тебе не тряпка. Не будет этого беспорядка. Что ж, да, наверное, воды достаточно. Спасибо. Быть знаменитостью так трудно. Проверь на мне одну из своих шуток. Меня смешит все. Хорошо. Осел и Му попали на необитаемый остров. Простите, вы не подвинете свои повозки? Да, секунду, только закончу рассказывать. Так вот, этот осел и говорит Мулу. Пожалуйста, я не могу пройти. Да, минуту. Значит, осел говорит Мулу. Вы не отступаете, да, вот. Только нападаете. И Мул ему на это отвечает. Оу, ладно, мы уступаем дорогу. Да. Как это понимать? Вы что, не видели меня? Да, возможно. Возможно? Для неосторожных. А ну быстро встала в конец очереди. Эй, ну надо же! Ты такая решительная, потрясающая. Этот монстр творит чудеса. Iron Will не монстр, он минотавр, он само вдохновение. У него есть потрясающая методика. Что ж ты в самом деле ведешь себя иначе? Ты совершенно новая Флаттершай. Да, это так. И новая Флаттершай весьма довольна новой Флаттершай. А прежняя Пинки Пай гордится новой Флаттершай и угостит ее морсом. Хочешь? Смеешься надо мной? Тогда вот тебе! Пока! Какой день! Такси! Ну уж нет! Вхожу в игру, свое беру! Никто не смеет перечить новый Флаттершай! Я сказала никто! Пинки Пай не уверена, что новая Флаттершай — это так уж и хорошо. Прежняя Рарити согласна. Ты новая Флаттершай. Это твой день. И никто у тебя его не отнимет. Я права? Да. Что? Он принес мне те письма опять? Новая Флаттершай не хочет, чтобы ей доставляли не ту почту. О, я опять спутал. Простите меня. Кто извиняется, тот виноватым считается. Что? О! Простите, не скажете, как дойти до башни Понивилля? Конечно, вы... О, ну надо же! Принес мне вред, вот мой ответ! Флаттершай, что ты делаешь? Так себя не ведут! Вы видели, что он сделал с новой Флаттершай? Он решил, что новая Флаттершай рохля! Нет, это не так. Мы же все видели.
Мы считаем, что в своих занятиях ты зашла слишком далеко. Что? Вы хотите, чтобы новая Флаттершай была рохли, как прежняя Флаттершай? Но прежняя Флаттершай исчезла! Новая Флаттершай! Прежняя Флаттершай! А что случилось с доброй Флаттершай? Нам нужна та Флаттершай. Нет, вам нужна рохля Флаттершай. Вам нужна простофиля Флаттершай. Вам нужна Флаттершай, с которой можно обращаться как угодно. Слишком много Флаттершай, не уследишь. Остановитесь! Все слишком сложно для твоей глупой головы, Пинки Пай. Прекрати немедленно! Не надо опускаться до ничтожных оскорблений. Почему? Слово «ничтожное» очень тебе подходит, Рарити, с твоими ничтожными заботами о моде. Эй, хватит! Мода и ее страсть! А у тебя что за страсть? Тортики? Праздничные колпаки? Невероятно! Самые глупые пони Понивилле пытаются втолковать новой Флаттершай, как ей жить, когда сами тратят жизнь на бессмысленные увлечения, которые абсолютно никому не интересны. Теперь есть только плохая Флаттершай. Не могу поверить в то, что этот монстр Айрон Уилл сделал с тобой. Айрон Уилл не монстр, он минотавр! Это я, монстр. Еще чего-нибудь не натворила. О, милая, мы все наговорили друг другу лишнего. Мы? Шшш, Пинки права, это я во всем виновата. Не волнуйтесь, я больше никогда не выйду из дома. Вам всем будет намного спокойнее, если я буду в заперти, мой рот на замке. Милая, мы с Пинки Пай ни в чем тебя не обвиняем. Все дело в плохих советах этого Айрона Уилла. Да, это он заставил тебя так отвратительно вести себя. То есть... Можно иначе отстаивать свои права, не нужно на всех кричать. Да, можно постоять за себя, при этом не вызывая неприязни. Не знаю, смогу ли я. Когда я пытаюсь быть решительной, я становлюсь монстром. О, милая, ты не монстр. Нет, он монстр. Мое имя Айрон Уилл, не только пони я учил. Как это чудесно сказано. Ваша подружка так любит мои советы. Я знаю, что теперь она не выносит пустой болтовни пони. Айрон Уилл намерен получить свое вознаграждение. Флаттершай не должна с ним общаться. Наверняка такой могучий, храбрый и богатый монстр, то есть минотавр, как вы, может немного подождать с оплатой. Вы не могли бы прийти потом? Ты шутишь? Флаттершай не уплатила вовремя. Деньги нужны мне сейчас. Не стой так! Флаттершай сейчас нет дома. Вероятно, она где-нибудь веселится. Дайте нам время, и мы найдем ее. Мне необходимо купить кое-какие продукты. Айрон Уилл вернется после обеда. Это слишком быстро. Нам нужен хотя бы день. Айрон Уилл дает вам полдня, не более. Весь день. Полдня. Весь день. Полдня. Полдня. Весь день. Только полдня, не больше. У вас целый день, не меньше. Ладно, до завтра. Стой, что? Кажется, искать ее не обязательно. Соберу деньги сейчас. Но мы же договорились. Придите завтра. Когда вам не дают пройти, не вздумайте свернуть с пути. Ты не уплатила в срок. Ты была просто тряпкой, а Айрон Уилл превратил тебя в злую, напористую машину. Заплати Айрону Уиллу то, что ты ему должна. Нет. Что? Что ты сказала? Нет. О, я тебе не завидую.
Потому что Айрон Вилл будет безжалостно терзать тебя, пока не получит свои деньги. Понятно? Насколько я помню, вы гарантировали 100% результат, иначе вам не платят ничего. Что ж, я недовольна. Что значит ты недовольна? Все пони всегда были этим довольны. Выходит, я первая. И поскольку я недовольна, я отказываюсь платить вот так. Ты уверена, что совсем недовольна? Мы могли бы договориться, то есть мы оба разумные существа, верно? Сожалею, но нет, значит, нет. Нет, значит, нет. Мне никогда не говорили такое. Нужно запомнить. Эта фраза мне может потом пригодиться. Ты была изумительна! Ты поставила его на место! И ты не была другой. Ты была прежней Флаттершай, которую мы всегда любили. Которой нам не хватало. Что ж, прежняя Флаттершай вернулась навсегда. И я очень сожалею, что все так получилось. Мы подруги? Подруги! Дорогая принцесса Селестия, иногда бывает трудно постоять за себя, если ты робкая пони. Я попробовала стать другой, но мне это не понравилось. И я поняла, чтобы постоять за себя, не обязательно меняться. Теперь я умею настоять на своем, не становясь при этом грубой и злой.